Белую розу называют символом вечной любви, более чистой, сильной и крепкой, чем все земные чувства. Не случайно на этой картине именно эти цветы. Эту картину вспоминает Фрида Аглямова, писала глубокой ночью в день рождения мамы, ей всегда обожавшей цветы и посвятила свое творение. Именно цветы стали главным украшением выставки художницы, открытой в 4-й школе. Цветы – это самое лучшее в жизни человека. Цветы недолговечны. Также, если и оценивают жизнь человека, она тоже недолговечна. И после каждого человека остается след. Здесь лишь малая часть всего коллекции художницы, несколько сотен картин. И она не только дарит свое творчество окружающим. Долгие годы, преподавая в художественной школе, она учит творить молодое поколение. Мне кажется, мне жизни не хватит все переделать, все задуманное осуществить. Настолько моя жизнь богата духовно. И я специализируюсь не только в искусстве. У меня много очень, помимо этого, интересов в жизни, что не хватает мне суток. Гостями выставки стали юные ценители искусства и ученики Фариды Аглямовой. Я 2 года хожу уже в художественную школу. Ну, мне нравится, особенно круг друзей и хорошие уроки. Люблю темы разные, которые я не умею рисовать, ну, когда учусь. Возможность почувствовать летнее настроение есть у каждого. Выставка в 4-й школе будет открыта до конца октября. Елена Марданшина, Марина Юрина, Альметьевск ТВ.